И всем привет, с вами Ростиксы. И сейчас я расскажу про спин, как он связан с NIR и, конечно, розыгрыш $5 в токенах NIR. Начинаем! Спин – это инфраструктурный проект DeFi, построенный на базе протокола NIR, надежного, быстрого и дешевого блокчейна. Spin – это децентрализованная платформа для торговли криптоактивами. В этом ролике мы разберем отличия этой биржи от ее ближайших конкурентов, также отличия от централизованных сервисов, ну и в общем-то разберем плюсы проекта. Цель Spin – предоставить пользователям и проектам протокола NIR комплексную инфраструктуру для создания и торговли спот-активами и деривативами на цепочке, а также обеспечить конкурентоспособный пользовательский опыт. Таким образом, миссия Spin заключается в расширении услуг DeFi, предлагаемых на NIR протокол, а также привлечении аудитории централизованных финансов к торговле. Spin использует единый пул активов, ликвидность которого направляется для маркет-мейкинга в книгу заявок. Таким образом, у трейдеров всегда будет достаточно ликвидности для комфортной торговли, а инвесторы смогут получить прибыль от сложного механизма маркет-мейкинга, разработанного командой Spin. Спотовая торговля токенами, связанными с NIR. Конечно, из-за того, что проект находится в экосистеме NIR, можно торговать только теми монетами, которые поддерживают NIR. Текущая версия Spin Spot Dex является первой реализацией ордерной книги, которая поддерживает сопоставление ордеров и подключение кошелька NIR. В настоящее время Spin Spot Dex уже работает в сети Mainnet. Spin также предоставляет пользователям возможность совершать мгновенные обмены токенов по рыночной цене в один клик, а также может похвастаться более низкими комиссиями по сравнению с МММ. Также все ссылочки Spin будут в описании, ссылочки на мой телеграм-канал и телеграм-чат NIR Games будут в описании. И чтобы выиграть $5, напишите какой-нибудь интересный факт о NIR. Самый интересный я выберу, и он выиграет $5 в токене NIR. Но для этого нужно подписаться на мой телеграм-канал и телеграм-канал NIR Games. На Spin, например, на рынке NIR USDC берущие платят 0,1%, где 0,05% идет производителям, а еще 0,05% к значейский фонд. Что касается USN к USDC, то комиссия Бейкера составляет 0,04%, а возврат Мейкера 0,02%. В то же время крупнейшая компания NIR Protocol, MM Refinance, взимает с воперов 0,3%, что больше, как мы видим. Почему стоит использовать Spin? Потому что Spin децентрализован. Давайте вспомним, что такое централизованная биржа. Это такая биржа, как Binance или Gate.io. Это сайт или приложение, где люди могут покупать, продавать или обменивать криптовалюты, и токены перечислены на этой бирже. Допустим, если вы хотите что-то купить на централизованной бирже, вам нужно зарегистрироваться, указать банковские реквизиты и внести много дополнительной информации, даже вас могут запросить происхождение ваших средств. Иногда этот процесс занимает несколько дней, что является одним из недостатков централизованных бирж по сравнению с DEX. Децентрализация лучше, как я считаю. И децентрализованные биржи обычно стараются принять идеал блокчейна о надежности и конфиденциальности. Ваши токены остаются в вашем распоряжении, пока вы не обменяете их. Конечно, есть и свои минусы. Здесь меньше торговых пар, чем на централизованной бирже. Но если вы любитель экосистемы NIR, то я думаю, вам должно хватить монет. И они, кстати, добавляются постепенно. А также Spin предлагает децентрализованный способ торговли бессрочными фьючерсными контрактами, что означает, что трейдерам нет необходимости полагаться, как я уже говорил, на централизованные биржи и доверять свои средства организации, которые там зарегистрированы где-то в Панаме. Вместо этого средства хранятся на кошельках пользователей. Например, на кошельке NIR. Кстати, если у вас еще нет кошелька, вы можете перейти в мой плейлист о NIR и там посмотреть, как это сделать. И да, у меня могут быть некоторые ошибки, я буду благодарен, если меня поправят в комментариях. Цель Spin в отношении торговли опционами – предоставить децентрализованную платформу для их работы и обеспечить удобный и простой в использовании фундаментальный блок для опытных экспертных трейдеров, а также трейдеров-новичков. Spin может похвастаться большим количеством функций. Например, в платформе есть возможность торговать NFT. Прям интересно. Не забывайте о конкурсе. Подписывайтесь на ссылки в описании. Кстати, NIR Games чат, там много всего интересного. Конкурсы я даже выиграл как-то. В общем, удачи и будьте аккуратны.